Всем доброго дня. Пока хозяев дома нету, я тут немного на кухне похулиганю. Заодно вам покажу одно упражнение. Сами поймете, для чего оно нужно. В конце тренировки делайте. Это как из разряда такой херни, которую можно пострадать в конце. Оп. Начинаем с малой нагрузки. То есть просто берем стул, поднимаем и перекладываем из руки в руку. Подняли, переложили. Постепенно хватаемся все ниже. То есть приближаемся к самой нижней точке, где предплечьем уже придется поработать изрядно. Опа. Опа. Левая рука уже не может. В общем, суть поняли. Всем счастливого карантина.